Вітаю в ефірі програми «Тет-а-тет», і сьогодні у нас інтерв'ю з Олегом Деренюгою. Привіт, Олег. Привіт. Во-первых, огромное спасибо, за то, что ты все-таки пришел, потому что я помню, что мы когда тебя приглашали не в эту программу, ты не пришел, поэтому спасибо тебе за то, что ты пришел. Скажи, пожалуйста, люди говорят, что у тебя практически нет никаких увлечений, кроме неквестей. Для тех, кто не в курсе, для тех, сколько процентов интересно, кто смотрит, что Олег Деренюга – это главный редактор неквестей, наверное, одного из самых популярных интернет-ресурсов. Да, да. Да. Галочку поставь там, отлично. Если да, отлично. Уже я отработала. Уже в принципе, как бы, мое присутствие. Чай отработала. Здесь. Да, это точно. Увлечение, да? Нет увлечений, кроме твоей работы. Ну, по-моему, это очень, ну, прекрасно. Вообще, это как бы прекрасно. Это счастье, когда ты превращаешь свое хобби, свое увлечение в свою работу. И тогда ты можешь говорить: да я ничего не делаю, я как бы занимаюсь всегда своим любимым делом, я не работаю, я получаю удовольствие, да. Ну, как... Деньги ты зарабатываешь? Ну, конечно. Сколько ты зарабатываешь? Ну, где-то. У тебя есть фиксированная ставка, главный редактор. Да, да, да. Да, сколько зарабатывает? 13 500. Ты помнишь тот момент, когда ты почувствовал, что реально ты имеешь какой-то вес как журналист? Вот когда это началось? Вот несколько лет я это ощущаю, но мне тяжело сказать, когда это именно началось. Но мне кажется, что это началось, вот когда мэром был Гранатуров, и мы его, правда, не щадили, очень сильно критиковали, вот так прям сильно. А потом он перестал. Даже больше, чем Сенкевича. Вот на самом деле очень жестко. Но всегда по делу, естественно. Всегда за какую-то вот конкретную вещь. А Сенкевич это уже потом было. Мы его так, ну чего там только не было. Ну не глумились. Ладно, ну там иногда какая-то сатира была. Ну не по-злому. Но критиковали за эти его позвонишки, которые он то узаканивал, то нет. За еще какие-то вопросы, за эти троллейбусы. И вот, да. А потом он перестал быть мэром. И он уже как-то иначе разговаривает, звонит: Олег Анатольевич, здравствуйте, это-то-то. А вот. Прям вот Олег Анатольевич? А что? Не, ну это, смотрите. Ты утрируешь? Я вообще люблю, когда ко мне по имени. Я ненавижу отчество. Я, кстати, в своих интервью всегда, у нас в эфире там Александр Сенкевич. Я не говорю Федорович, но мне это как-то ну, по-старому, что ли, но это какое-то, мне не нравится. Но они так говорят. Пусть. Олег, мне нормально Олег. Как ты, вот твое мнение, почему так вот вес у тебя приобрел? Ты в их глазах. Вес? Потому что ты, ну, я и не... 65 килограмм. Ну, вот, потому что ты главный редактор издания, который все читают, или почему? Потому что ты въедливый, потому что ты вредный. Потому что никто так не освещает... Потому что кто-то за тобой стоит, почему? Никто так не освещает политику в городе Николаеве, как это делают неквести. То есть у нас и дискуссия в студии, мы всегда на всех таких мероприятиях, в сессиях, мы спрашиваем, депутат вышел только из кабинета, где приняли какое-то решение, у него уже перед ним микрофон, ему приходится что-то отвечать. Мы на улицах, мы на митингах, мы звоним им, берем комментарии, потом через 15 минут выходит оперативно то, что они сказали, и они понимают, что это вот тот способ, как донести свою позицию. И вот у нас большая проблема в городе. Мы выходим, да, сейчас на областном телеканале. Мне, кстати, сказали, что выйдем 1 января. Я надеюсь, что нас смотрят в трезвом состоянии, как бы люди все. Не надеюсь. Да. Вот мы выходим на областном канале. У нас еще несколько коммунальных каналов, да, там. Вернее, не несколько, один коммунальный телеканал «Март», и другие городские телеканалы. И вот такая проблема. Люди, николаевцы преимущественно, но я почему-то уверен, смотрят не нас с вами, не наши местные телеканалы, а центральные в большинстве своем. И черпают информацию и новости не о городе Николаеве, а о том, что произошло в Киеве, о том, как кто-то там Ляшко привел корову под Раду, Каплин еще чего-нибудь сделал, и все. И вот мне хотелось бы, чтобы вот наша роль была не квестей в том, чтобы мы все-таки рассказали, какие процессы проходят здесь. И тогда бы, если бы люди интересовались этим сильнее, наверное, они бы уловили эту взаимосвязь, что от этого, от тех людей, которые там в здании на Адмиральской 20, зависит, какой у них двор, подъезд, улица, и вот как-то вот то, что вокруг них, сквер, дети, где у них на детских площадках или нет, вот как-то оно на самом деле напрямую зависит от тех политиков, которые критикуют. А легко сказать: а это грязь, я туда не лезу, я... Скажи, был заказ убрать Сенкевича? Да нет, конечно. Нет? Ты что? Я заказы не выполняю. Какие заказы? Я спросила, ты ответил. Была одна фотка, ну, при том, что, учитывая вот вашу критику, как вы критиковали его. Первый начал Сенкевича критиковать. Мы сейчас не о критике, я сейчас о другом. Он сам виноват. Я сейчас говорю, мы сейчас... Реально сам виноват. Мы сейчас не обсуждаем, правы или не правы, там, кто прав. Я о другом. То есть погружаемся, что вот была критика, и, если я не ошибаюсь, это была фотография, сделана, вышли Сенкевич после...
после кинофестиваля. Да. Как вас он нашли? Он уже знал тогда, что его снимут. И я это знал, что его снимут. И мы вот уже шли, знаешь, Вот мне просто интересно, а как это? Его сняли 5 октября, а эта ситуация была, ну вот как раз, если я не ошибаюсь, конец сентября. То есть где-то неделя до его снятия. Ну, может быть, чуть-чуть позже. Уже весь город, ну не знаешь, не весь, да, весь город. Видишь, как я живу в узком мире, мне кажется, что весь город. Многие посвященные люди в политический процесс уже понимали, что что-то назревает. И он сам это чувствовал и понимал, и уже когда начал даже говорить, что я уйду с этого здания с высоко поднятой головой, у него такая риторика поменялась. И вот мы там встретились, чуть пообщались, ему хотелось высказаться. Он там шел, начал рассказывать, мы с ним какой-то рэпчик зачитали, я не знаю. Рэпчик зачитали? Да. Не, серьезно? Да, он причем начал. А что это было? Как это? Это какая-то была песня русская, там что-то Legalize и еще кто-то. Ничего себе, круто. Ну, это как-то, ну, мы шли... То есть у вас нормальные отношения были? У нас всегда с ним, в принципе, личностные, это вообще к ним претензии как личности никакой. И мы были знакомы до того, как он стал мэром. В принципе, вы понимаете, вот до того, как Сенкевич пришел в мэрию, я, наверное, с 2010 года в этих кабинетах был на комиссиях, на всех сессиях, на всем остальном. Это, ну, как бы, когда он пришел... Это вообще не с ним, мы пытались объяснить, вот, значит, городской совет, здесь там комиссии работают, тут депутаты, здесь вот так. Он постигал, что такое местное самоуправление вообще не на самом деле с такими, как я. Со мной, с другими журналистами, с другими активистами, людьми, которые... Вот он... Мы на самом деле нормально общались. И сейчас нормально общаемся. Прямо сейчас нормально общаемся? Да. Ну, ненависти я в нем не вижу. Не, ну ненависти, то есть можно... Я недавно на Советской встретился, все... перекинулись парой слов, пообщались. Если бы мы сидели в кафе, я думаю, мы тоже нормально бы общались. Но он сам виноват. Он не нашел, он почему-то решил видеть нас врагов. То есть он начал обвинять, он выбрал такую тактику. Он подумал, а за мной, сколько там, 80 тысяч избирателей. А вот Деренюга меня критикует. Я сейчас скажу, а он желтая пресса, он плохой. И 80 тысяч избирателей начнут его ненавидеть. И я буду, манипулируя ими, как бы давить на прессу. У него не получилось. Мы выждали какое-то время. На нас действительно накидывались его сторонники, его фанаты, люди, которые его очень любили. Люди же переживали. Скажи, накидывались. А тебе были какие-то угрозы, поступали? Нет. То есть, что в Фейсбуке, это оставалось вот такая же риторика. Ну вот, может, что-то в Фейсбуке и писали, но я к этому серьезно не отношусь. Да нет, никаких угроз не было. За глаза говорили плохо, еще что-то, но все нормально. Мы все, за каждым словом в отношении Сенкевича всегда были документы или что-то заявление, или факт. То есть это вот по-другому не работаем. Мы критиковали всегда за дело. Это началось, я не знаю, там, по-моему, в декабре или в январе. Его избрали в ноябре 2015 года. И уже в 2016 году мы, ну, я просто видел эти процессы, которые происходят точно непрозрачные, неправильные. И я углубился, начал в них разбираться. А он мэр города, он думает, ну мне немножко не по статусу пока в этих мелких процессах разбираться. Он чуть-чуть не обращал на них внимания. И постепенно накапливался вот этот клубок к нему негатива. А он не хотел даже этим заниматься. Ты хочешь стать политиком? Я не знаю. Ты знаешь, такой сложный вопрос. Я знал, что ты мне его задашь. Я себе задавал его неоднократно. Я пока... Смотри, я понимаю, ради чего, да, то есть ради чего, но я не понимаю, с кем. Вот Сенкевич уже сходил в политику сам. Он не взял ни команду, никого не представил, но у него не получилось. Он классные идеи предлагал. Я за него голосовал на выборах, я его поддерживал. У него не получилось. Но я не хочу быть вторым Сенкевичем. В том смысле, не в том смысле, что я вообще там о мэрстве задумаюсь. Я не хочу идти в политику с классными идеями, а потом ничего не получится. Когда будет, не знаю, какой-то коллектив или команда, или мои друзья, или люди, которым я доверяю, и они все туда пойдут, да, ну, может, мне это станет близко. Но сейчас я не могу так сказать. Я не планирую никуда баллотироваться. Вообще не... То есть Деренюга не есть в каких-нибудь списках? Да нет, даже не рассматривается, я думаю, никем. Нет, ну может кто-то чего-то думает. А были ли какие-то предложения? И хочет мне предложить? Партия. Шутили. Шутили или реально предлагали? Мне кажется, что шутили. На местных выборах в 2015 году, по-моему, каждая партия в личном общении говорила, давай, идешь к нам, давай. И кто только не предлагал. А самое неожиданное от кого поступало? От Дятлова. Это было бы прикольно.
Это было прикольно. Я бы пришел бы и сказал, здесь, я здесь для того, чтобы занять это место, иначе вместо меня зашел бы кто-то другой, который был бы хуже, чем я, занимался тут договорниками. Ну нет, это было, конечно, все юмор. Ну, может быть, он тоже пошутил. Ну, в каждой шутке есть доля шутки. Я ж не знаю. Ну да. Слушай, о твоих коллегах. Я, конечно, готовилась к этому интервью, как я уже говорила. Давай мы сейчас узнаем, что тебе думают коллеги. Вот конкретно просто коллеги. Вот Николай... Не все, только те, которых ты опросил. Или ты всех опросил? Я, да, конечно же, не все. Не всех однозначно. Махое что-то говорили? Но все равно интересно. Ну, интересно. Махое говорили? Сейчас узнаешь. Так, а модный политический журналист... Модный? Модный. Модный. Ну, модный. Я не о моде, ну ладно. Ну, я не знаю, вот у людей я спрашивала несколько слов, характеризуйте ваше мнение. Это все анонимно, вот, то есть они знали, что это будет анонимно. Поэтому как-то так. Педантичный, спасибо. Отзывчивый, целеустремленный, пошел преданный своим принципам, активный, вездесущий, любознательный. Хваткий, молодой, перспективный. Это, кстати, характеристика два раза перспективный. Прозвучало, причем совершенно от разных людей. Амбициозный, талантливый, если будет двигаться с такими же темпами, не подхватит звездную болезнь, станет крепким профессионалом. Так. Редактор, очень креативный, практически живет своей именно журналистской работы. За последние годы далеко развил свой сайт. Многое из того, что я вижу в его интернет-издании, мне откровенно не нравится, и я не считаю это журналистикой, но, безусловно, есть и вполне достойные крутые штуки, которые они делают. Мелкий Геббельс, причем это был комплимент. Сенкевич так на нас называет. Ну, неважно кто, ну, это как бы не Сенкевич, просто сразу тебе говорю. Это конкретно журналисты, с которыми мы работаем. Ну, наши коллеги. Мелкий Геббельс. Мелкий Геббельс. Мелкий Геббельс и пошел нахуй, да, это идеально. Не, ну чего? Ну смотри. Но зато вот, честно люди ответили. Вот я хочу вот это вот все акцент на чем сделать, что, ну скажем так, не всем ты нравишься коллегам, но практически все, ну послушай, но практически все единогласно говорят, что, ну как бы круто то, что он делает в итоге, вот на какой уровень вышел сайт, это реально круто. Хотя он нам не нравится, он противный. А ты знаешь, это вот, вот лично играет. Они все, ну, не, они что, завидуют? Все. Нет, не, ну, где-то есть вот это чувство конкуренции тоже, но я думаю, тут те, кто, здесь все были отзывы позитивные о нас, то есть тут видно, что они не завидуют с точки зрения того, каких вещей мы делаем. А вот эти вот, значит, негативные комментарии... Ну, как негативные, просто меня послали, ну, как бы меня... Ну, тебя или меня, ну, или нас вместе, нас послали делать интервью, да, или там мелкий Геббельс, еще что-то. Мне очень, ну, вроде классно, но мне не нравится. Это люди говорят, которые, скорее всего, прочитали материал о политике, который им симпатичен, потому что мы реально много пишем о политиках, и их это задело душевно, там, ну, как, их как читателя задело. Потому что с профессиональной, то, о чем это речь? С профессиональной точки зрения вопросов как бы нет, но мне не нравится. Ну, как человек, ну, вот конечно. Как бы, да, слушай, у меня тоже такое постоянное впечатление о многих материалах, но просто я как-то привык к журналистике уже относиться немножко так формально, не воспринимать это как... Ну вот если что-то было сказано, оно было сказано. Если что-то было сделано, оно уже сделано, это как факт, это уже показали. А журналист уже так или иначе просто это осветил, интерпретировал. Ну, надо обижаться не на журналистов, а на тех политиков, которые допустили, что они так пишут уже о них в итоге. Три самых крутых журналиста Николаева. Николаева? Три самых крутых? Да, для тебя. О, я не знаю. Я, Андрей Лохматов крутой. Вот, кстати, хорошо ты о тебе отозвался. Андрей, спасибо. Андрей Лохматов, да, чтобы он плохо отзывался. Ну, просто Андрей классный. Андрей крутой. Ты знаешь, тяжело сказать, кто еще крутой. Журналист, журналист, журналист. Потому что многие уже перешли, вот какие-то стали больше такие политические эксперты. Ну, я не знаю. Ну, все, мы закончили. Катерина Середа. Да, Середа, Лохматов. Что, да, и все имеют отношение к некрестям сейчас, да, и это некрасиво, надо кого-то. А давай ставим третье такое, ну, вакантное, я не знаю. Ну, хорошо, ну, то есть ты не считаешь, что наберется тройка классных журналистов, по твоему мнению, Николай? Это тоже вариант твоего мнения? Да, наберется. Ну, у нас очень серьезная журналистика в Николаевской области, вообще очень... круто сейчас. Ну, то есть многие регионы другие, там настолько все инертно, все тихо. А всех либо купили, либо запугали.
у нас приезжает, не знаю, губернатор, он просто наверняка в шоке от того, какая тут журналистика. У нас просто все в шоке. Народные депутаты, все остальные смотрят и не понимают. В городском совете, я думаю, что тоже заметили, как за эти 5 лет выросло вообще влияние средств массовой информации. И Фейсбука, и активистов тоже, и медиа в целом. У нас очень крутая журналистика. Смотри, я не хотел бы, наверное, о персоналиях. У нас классные сайты, преступности нет. Нет, ну это понятно. Это все, да. Мы знаем тройку самых, это можно погуглить. Просто мне было интересно именно конкретно твое мнение о журналистах. Кто? Ну, о, хорошо, я поняла. Скажи, что за прикол с носками? А что за прикол с носками? Ну, носки, Деренюга, носки, яркие носки. В чем? Ну, все это шутят, ну, как минимум. Нормальные носки. Не, ну, мне нравятся яркие носки, цветные, какие-то Happy Socks, еще какие-то. Я сегодня вот жесть. О, да, я видела в Инстаграме твои. Кстати, вот в Инстаграме мужик, а столько твоих личных фотографий. А какие должны быть? Ну, какие-то такие, общее что-то. Что это за самолюбовь? Что это за общее, что это? Ну, я не знаю, ну, что Инстаграм что-то, за себяшки. Так, а он же для чего создан? Инстаграм создавался для селфи? Нет. Ну посмотри, первые вообще аккаунты, первое, как оно было, это в принципе, вот как бы это о селфи. У меня там селфи не особенно много, ну просто я где-то работаю, я где-то отдыхаю. Слушай, ну ты знаешь, у меня такая штука, есть, возможно, перегиб, но, короче, почему он? Хочется, ну есть какая-то фотка классная своя, ну нормально же, да, хочется выложить. Да, нормально вообще, сейчас хорошо было. Есть Фейсбук. Да, там больше о работе. Есть Инстаграм, и оно, да. И ты такой, блин, надо выложить фотку. Я такой, ну, Фейсбук, подумаю, сильно, короче, себя люб. Да, вот, кину в Инстаграм. И Инстаграм уже превратился в такую штуку, куда просто кидаешь какие-то свои фотки, ну, чтобы она сохранилась и была. Вот. А в Фейсбуке как-то все-таки больше такая рабочая атмосфера. А свободного времени у тебя много? Да, всегда. У меня свободное, учитывая рабочее, то, что ты занимаешься хобби. Всегда. Я просыпаюсь, работаю, я, не знаю, обедаю, работаю, я вечером с друзьями в кафе, я работаю, все окей. Я на отдыхе, я не знаю, я где-то на море, нормально, я на телефоне, я с ноутбуком, и вообще никаких в этом проблем нет. Ну, какая-то такая... Сколько стоит, чтобы Олег Деринга написал хорошую статью «Как я хочу»? Заказная? Нет такого, не знаю. Ну, тебе нет сделаю... таких денег или ты в принципе таким тебе занимаешь? Сделаю за, я не знаю, 1 000 000 чего-нибудь. Смотри, ну это же неправильно врать, да? Сайты — это частные, как правило, организации, да? Нет, фирмы. Мне конкретно ты интересуешь. Не знаю. Сколько стоишь? Нет цены. Нет цены, не хватит у тебя денег. Ты понимаешь? Заказать рекламу, пожалуйста. Ну, мы сейчас не рекламе. Ты же понимаешь, что я сейчас не о рекламе спрашиваю? Конечно. А о чем ты спрашиваешь? Я тебе бесплатно могу сделать. Хорошо. Круто, когда я пойду баллотироваться куда-то. А, нет. Нет? Нет, нет. Заключаем договор, значит, на политическую рекламу. А, все ясно. Все, из фонда кандидата оплачиваешь, тогда да. Хорошо, отлично. Ты в отношении с Катериной Середой, если... Да. Как вы работаете вместе? Да. Как работается вместе? Тяжело. Почему? Очень тяжело. Это невозможно, потому что ты все время занимаешься работой. И ты, Катя, почему не сделано? Где вот это видео? Где? И ты понимаешь, что уже вечер, как бы, а мы уже вообще в кафе, а мы вообще вино пьем, может быть. Но а вы еще работаете? Почему мы в титре ошибка? Быстро выведи заново видео. Да, это, конечно, жестоко. Ну, это тяжело. И тяжело, потому что, ну, как-то на работе надо быть немножко грубым, немножко, чтобы тебя, как бы, понимали, что ты не друг. У меня все коллеги друзья со мной. Это тяжело выстроить так отношения, чтобы как-то все было как часики. Это очень сложно. Причем я пришел не к Вести, по-моему, в 2012-2013 году, в начале 2013 года. И я пришел, стал главным редактором, и все уволились. Я один работал, где-то месяц или два. Это прям классная фраза сейчас была. Я пришел, все уволились. Это будет... Ну, от предыдущей... Мы назовем эту программу. Вот, потом пришла Катя Середа. Мы вдвоем тянули все где-то какое-то время. Постепенно-постепенно мы собрали коллектив, от нас очень давно никто не уходил. У нас классная команда. Мы растем, мы развиваемся, мы проводим совместные мероприятия. Мне очень нравится работать в Никвестях.
И очень нравятся вот люди, которые меня окружают. Это реально очень классные ребята. И они так развиваются. Мы радио открываем, мы чего только не делаем. Да, круто. Это... радио. Мне прям вообще респект за радио отдельно. Спасибо. Да. Это совсем не моя заслуга. Ну, неважно, но... просто передашь. Да. Они посмотрят, я думаю. Слушай, вопрос. Недавно последняя твоя фотка, даже, ну, последняя, крайняя фотография в Инстаграме. Ненавижу, когда говорят крайняя. Ну, пускай будет. Последняя, ну, да? Пускай. Я могу себе в своей программе позволить сказать слово крайняя. Хорошо. Посвященная Крыму, да, если я не ошибаюсь? Ну, а или последняя? Да, Крым. Ты с Крыма. Я из Крыма, да. Ну, мы сейчас опускаем все шутки про... Мы вспомнили, что у тебя про личное, точно, так, передача. Ну, конечно. А то все о Сенкевиче, да, сколько ты стоишь. Ты скучаешь? Да, очень хочу в Крым, очень хочу в горы, хочу куда-то на Демерджи, хочу на Четырдак, хочу где-то вот, чтобы лавандой пахло. Вот это все. Хочу чай с лимонником, чабрецом, вот, к лошадям, к каким-то горным источникам. Это все очень классно. Вино, шампанское, новый свет. Ну, короче, Крым — это классно. И мне очень хотелось бы поехать. Я пытаюсь себя сдержать. Ну, как-то вот, может, не надо, может, не надо. То есть ты не ездил после 14-го? Нет, не ездил. Ни разу. Я поехал как раз в 13-м. Мне... И все. И вот больше не ездил. У меня там квартира. Там жила бабушка, я там родился. Ну, сейчас представляешь заголовки у деревеньки квартира. Ну, а что тут такого? Ну, я шучу. Не проблема никакая. Да, и очень хочется поехать снова. Родители время от времени ездят, там, типа, заплатить коммунальные услуги какие-то, что-то еще такое сделать, там, или ремонт какой-то в квартире сделать, может. Ну, а так, вот да, очень хочу поехать. Ну, а почему ты не ездишь? Ты же знаешь, что много... А я не знаю. Много ездят. Вот даже из Николая, у меня знакомых, там, просто они туда ездят. С одной стороны, побаиваюсь. С другой стороны, боюсь испортить ту историю отношений с Крымом, ту историю впечатления о Крыме, которая есть. Реально страшно. Что... Но с другой стороны, многие, кто приезжают, говорят, все окей, вообще никаких проблем. Ну, единственное, на рубли надо поменять гривны. Или что там, меняют доллары, не знаю. Ну, я как-то пока побаиваюсь ехать. Не знаю, ну, вообще вопрос не в патриотично, не патриотично. Просто внутреннее ощущение, боюсь испортить тем, что Крым российский. Mm-hmm. Ну, это какой-то, он какой-то мой, а сейчас он, а вдруг он вообще стал не мой. Вот. Ты после школы, если я не ошибаюсь, сразу же пошел вот политика, тут республика и все такое. Нет. Нет? Нет. Нет. Я поучился 9 классов. Потом пошел учиться в колледж Мечникова. Потом меня вроде бы из него то исключили, то потом взяли, я прогуливал, я был плохой Еще студент. Еще отличная информация всплывает. Плохой был студент совершенно. А потом я как-то попытался восстановиться, его взяли, ликвидировали. Вот, колледж. Мне было 20 лет, я был без высшего образования, с 9 классами фактически. Я не знал, что делать. Ну, я так как-то быстро собрался. Получается, реально быстро собрался, потому что вот потом смотришь по хронологии, и там, и вообще все, что только можно. Ну, просто, когда ты попадаешь в кризисную ситуацию, очень важно мобилизироваться и пойти. И пойти. Я за 2 месяца экстерном закончил 10-11 класс, сдал ЗНО, поступил в Могилянку, начал там как-то активничать, студенческое самоуправление, правкомы, какие-то попытки провести какие-то мероприятия, первые конфликты с деканатом, с администрацией, с ректором. Ректор сколько раз вызывал, говорю. А он увидел меня на каком-то публичном мероприятии. Леонид Павлович Клименко, ректор Могилянки. Мы очень хорошо общаемся, недавно только звоним. Увидел меня на каком-то публичном мероприятии и сказал, что ты не на парах, через пару часов уже у него декан докладывал, сколько у меня энок, меня лишили стипендии, значит, сказали, что все там как-то. Ну, он очень как-то ревностно относился, когда его студенты где-то светятся в каких-то политических процессах. А у меня, значит, оценки были классные в Могилянке, я учился на истории. Вообще у меня там 4-5, ну как там, что там, типа 8-9, ну все, ну куча прогулов. И он меня лишил стипендии, блин.
Ну, а потом неоднократно еще раз это повторялось. Он вызывал всех моих знакомых тоже по этой всей деятельности, коллег. И тоже всем мы там... Мы всегда боролись с этим. Вообще классно было. Мы никогда не шли на поводу администрации. Мы делали революции, мы переизбирали профкомы, мы переголосовывали. У него там такая голова была, была демократия. Слушай, мне хочется спросить, вот мечта у тебя в детстве была? Мечта у меня в детстве. Ну, такой глобальный вопрос, но вот чего-то хотел ты? Да, ты знаешь, все было какое-то... Я не могу сказать что-то конкретное. Вот мне не было чего-то... Я мечтаю стать там космонавтом. Никогда такого не было. Ну, как-то состояться как человек, ты понимаешь? Чтобы вокруг всегда была компания, ты был интересен, и тебе были и вокруг тебя были интересные люди. Все. Ну, вот. А сейчас так же? Сейчас? Нет, сейчас я уже вырос. У меня есть какие-то конкретные... Ну, это, наверное, жизни. Цели или... Ну, все-таки, мне просто интересно, что у тебя в голове, о чем ты мечтаешь? Сложный вопрос, да? Не знаю. Это все время... Слушай, я мечтаю, знаешь, мечты — это об ощущениях. И вот я мечтаю, чтобы у меня был классный загородный дом в Актово, у меня у друга Саши Максименко, значит, где-то там у него в селе красивый, у меня был там камин, вино, вид на каньон прекрасный, значит, еще чего-то такого. Вот я мечтаю обустроить свою жизнь так, чтобы мне было, значит, во-первых, вокруг было все, что мне нравится. При этом я был не в городе, а мог как-то туда ездить, значит, заниматься такими какими-то... И жил вокруг красивой природы, и вокруг меня были классные, интересные люди, которые со мной там вместе или ко мне в гости приезжают, или где-то рядом живут. Вот так вот я мечтаю. Город, конечно... Над ним надо еще много работать, и те люди, которых мы каждый день критикуем на наших страницах нашего сайта, они вообще, наверное, за последние годы ни на йоту не приблизились к тому, каким я хотел бы, чтобы был этот город. Вообще. Так обидно. Будет ли свадьба с Катериной Селидовой? Я не знаю, давайте спросим Катерину. Отлично, хорошо, я спрошу. Слушай, спасибо за интервью, было интересно, прикольно. Я не знала, что тебя выгоняли, что у тебя были энки, и что ты такой вообще прикольный чудак. Огромное спасибо, желаю, чтобы все-таки был дом. Да. И все было круто. Спасибо. Спасибо, спасибо. Вкусный чай. Да. Дякуємо Олегу Деренюзі за интервью и кафе СТ за затишок та комфортну атмосферу. На все добре. Thank you.